утро, дорогие подписчики. Сегодня опять хожу по заливу, где нашел золотое колечко немецкое. Сегодня хожу с орком. Блок достал, вот решил его выгулить. Ну и смотрите результат. Я бы сказал, что он не хуже, чем у Деуса Лайта. Вот и смотрите, давайте сейчас посмотрим, что у меня тут получается, сейчас скажу. Так, где-то 2,5 часа я вот ходил. Результат. Немецкая пуговица от кителя. Потом две гильзы от немецкого карабина К-98. И советы. Так, что у нас копеечек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потом советики еще двушечки, две, а нет, одна десятка, пятнашка, ходячки. Ну, в принципе, неплохо. Так что орка тоже неплохой приборчик. Погуляли. Вот смотрите результат.